Если вы готовитесь к большим выходным, то обратите внимание на лучшие сериалы 2016 года. Рейтинг публикует американский журнал Rolling Stone. В этом списке 20 сериалов. И первое место занимает комедия «Атланта» с Дональдом Гловером. В этом сериале рассказывается о двух братьях, которые пытаются стать знаменитыми рэперами. На второй строчке «Американская история преступлений». Сериал-антология об известных преступлениях США. Первый сезон посвящен делу американского футболиста Джея Симпсона, обвиняемого в убийстве бывшей жены и ее друга. Вайнона Райдер тоже снялась в сериале. Она справилась с главной ролью фантастического хоррора «Братьев Даффер». Телепроект «Очень странные дела» попал на третью строчку рейтинга. Он, кстати, уже принес создателям престижную премию «Спутник» в номинации «Лучший жанровый сериал». Разумеется, в этот список попал нашумевший сериал Оуэна Харриса «Черное зеркало». Очень нахваливают, надо посмотреть. В первые десятки также шпионская драма «Американцы», сериалы «Игра престолов», «Флибэк» и «Оранжевый хит сезона». Замыкает рейтинг комедия «Кайф с доставкой» про неунывающего дилера марихуаны. Главного героя играет Бен Синклер. Sometimes you just put on headphones and you're walking around the city. It's like you're in a movie. It's awesome.